вы смотрите новости онлайн. В силу возраста заводной артистке тяжело переносить самолеты и поезда. Она редко выходит из дома. Бывшей солистке фолк-коллектива «Бурановские бабушки» Наталье Пугачевой 83 года. Несколько лет назад у нее обнаружили рак желудка. Потребовалось срочное вмешательство медиков. Сразу после выступления на Олимпиаде артистку увезли в Москву на обследование. Звезда из Удмуртии перенесла операцию в столичном онкологическом центре на Каширском шоссе и около месяца находилась под наблюдением врачей. Из-за болезни и возраста Наталья Пугачева больше не выступает. Запретили врачи. Однако в каждом городе бурановские бабушки непременно ходят в церковь и ставят свечи о здравии подруги. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки, пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет много захватывающего и интересного. До новых встреч!